совхозе «Октябрь» Ленкоранского района Азербайджана сдан в эксплуатацию крупный животноводческий комплекс. Хоз «Октябрь» Захра Мамедова. Сейчас ей чуть больше 40. Самая пора расцвета для руководителя такого крупного хозяйства. Энергично, решительно, требовательно. Захра Мамедова и ее муж Сабир Алиев вместе окончили сельскохозяйственный институт, вместе приехали сюда, в Ленкоранский район, на работу. На территории совхоза находится опытное отделение Всесоюзного института селекции и семеноводства овощных культур. Отделение возглавляет муж Мамедовой, кандидат сельскохозяйственных наук Сабир Алиев. Хорошо знакома, часто, как говорится, заходит на огонек. Захре Мамедовой, матери 4 детей, близкие и понятные заботы односельчан. Теплые, доверительные отношения с людьми дают ей возможность лучше узнать их проблемы, если надо, помочь. И потому с таким уважением относятся к ней старейшины села, считаются с ее мнением, верят ее делам и поступкам.